Окончив среднюю школу, Кабден Рахманкулович Байдосов, с детства много и хорошо катавшийся на лыжах, поступил в столичный институт физической культуры на кафедру лыжного спорта. Следующей весной, когда снег растаял, первокурсник просто не знал, куда себя деть. Соседи по студенческому общежитию уговорили его записаться в институте на лекции по вольной борьбе Петра Матущака. А он рассказал, говорит, лыжи были только зимой, то есть нас могли кормить только зимой, давать вот эти талоны для спортсменов, это все. А борьба, она круглый год, то есть я, наверное, говорит, пойду на борьбу. И вот там, в принципе, вот так вот пошел на борьбу. И настолько он был как бы целеустремленным, что вот он дал себе цель стать борцом. И вот он добился того, чего он хотел. Вот он стал первым мастером спорта казахом, именно мастером спорта именно по вольной борьбе. Видно, сама судьба привела его в этот зал борьбы, который позже назовут в его честь. От природы одаренной силой, ловкостью и тягой к тренировкам имел большой юношеский опыт не только в лыжном спорте, но и в борьбе по-казахски – казах-шакурес. Летом его взяли на отборочные соревнования по греко-римской борьбе, где он своих соперников буквально валял на ковре, словно войлок, уступив только чемпиону Казахстана Харисову и многократному призеру Псареву. Осенью Байдосов перевелся с кафедры лыжного спорта на кафедру борьбы. В следующем, 1955 году, на первом чемпионате Казахстана по вольной борьбе, Кабден Байдосов оказался сильнее всех, победив даже Харисова. На этом чемпионате Байдосов выполнил все требуемые нормативы и стал первым мастером спорта СССР по вольной борьбе в Казахстане, чего не достиг даже его учитель Петр Филиппович Матущак. Получив диплом, Кабден Рахманкулович Байдосов предпочел карьеру спортивного наставника по вольной борьбе в своем же институте, одновременно участвуя в соревнованиях и занимаясь тренерской работой. В 1974 году его командировали на Кубу, помочь в организации кафедры единоборств в местном институте физвоспитания и готовить их национальную сборную по вольной борьбе к чемпионатам мира. Кубинцы потом Кубок мира выиграли на чемпионате мира, заняли второе место, оценивал позже свой труд Байдосов. Вернувшись в 1979 году, Кабден Байдосов занял место своего учителя Петра Матущака, возглавив кафедру борьбы и фехтования в родном институте. Кафедрой он руководил почти 20 лет. Когда он работал со сборной командой Кубы, и они поехали на совместный сбор в Мексику. Там собрались представители 9 команд, в том числе и команда Соединенных Штатов Америки. И один из тренеров, буквально там через несколько дней, подходит к нему и говорит, Кабден, подскажи, вот у моего спортсмена что-то не получается. Что, посмотри там, что-то я его пытаюсь исправить, ничего не получается. Он говорит, хорошо, давай посмотрим. Посмотрел, минут 20-30 с ним поработал, и техническое действие у американцев стало получаться. Все, на это спасибо, спасибо, разошлись. Потом он заходит в раздевалку, и сразу же за ним заходит туда американец. В раздевалке никого нет. Американец ему протягивает деньги и говорит, Кабден Кович говорит, а это что такое? Ну ты же, говорит, поработал, а всякий труд должен быть оплачен. Я тебе оплачиваю твою работу, то, что ты сделал. У меня, видишь, не получилось, а у тебя получилось. Он говорит, ты меня попросил, я тебе помог. У нас не принято за это брать деньги. И если ты сейчас эти деньги не заберешь, больше я с тобой общаться не буду. Американец забирает деньги. Ничего, все, еще раз поблагодарил его. Через 2 дня его вызывает представитель кубинской делегации, руководитель. И говорит, Кабден, мы еще раз убедились в твоей порядочности. Он так глаза открыл, говорит, о чем вы говорите? Вчера в раздевалке ты отказался от американских денег. Спустя 20 лет со дня трагической аварии, когда погиб Кабден Рахманкулович Байдосов, зал борьбы, названный в его честь, и фестиваль вольной борьбы, который проходит в октябре в честь его дня рождения, продолжает его дело.